Друзья, не пропустите зимнюю распродажу на ImbaShop. У вас есть шанс погонять на крутых тачках в новом Need for Speed Unbound за какие-то 259 рублей. Или же испытайте свои силы и попробуйте пройти Elden Ring всего за 279 рублей. В нашем магазине вы найдете как свежие релизы, так и классику по самым вкусным ценам. Rust за 179 рублей, Cyberpunk 2077, CSGO Prime и многое другое. А также в честь праздников гарантированный подарок за покупку. Делайте заказ и получите 500 рублей на Steam или игру стоимостью до 1500 рублей. Все ссылки вы найдете под видео. Спешите, пока акция не закончилась. Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поиграем в Custom Hero Clash. На рандоме мне выпадает дизраптор, и я, честно говоря, даже не знаю, через что поиграть. Смотрите, мне тут и предлагают в призывателей пойти, и тут как бы и Doom есть полезный. Даже не знаю, не хочу через призыватели, вот прям супер не хочу, хотя в принципе можно. Давайте, наверное, попробуем, если придет ультимейт. Ой, тут и Static Storm, у меня еще и таланты на него есть. Если, конечно же, придет ульта ВД, то будет довольно неплохо. Но ульта ВД не приходит. Давайте возьмем Static Storm. Там, в принципе, посмотрим. Flash Hip. Aftershock. А крипов чем убивать будешь? Flash Hip'ом? Запугаешь их? Так, сначала большого. Большого. Надо большого убивать. Так, таланты. Ой, критулечка, вот это вот прям классная тема, работает с магией, прям вообще просто шик-блеск. Блин, вот этот магус. Наверное, я не буду играть за призывателя. Надеюсь, что-нибудь придет полезное. Нужен какой-нибудь мультикаст. В идеале бы сейчас, конечно, получить мультикаст. А, к нему, например, еще получить. Много захотел. Блин, ну Каустик в финале, как бы хорошая тема для дефа будет. Прям супер хорошая. Но ее надо будет отдавать Абадону. Давайте Thunderstrike возьмем. Так, чисто и под дуэль, и под все на свете. Ой, что-то зачем я это купил? А, давай сначала сало. Okay. Щиток на меня. Щиток на меня. Надо было вешать. Повесил бы щиток на меня, я бы дольше жил. И повесил бы сейчас еще один. Ну ты его, кстати, перебьешь и без меня. Хорош, хорош. Хотя там пассивочка такая неприятная. Ну под щиточком должен нормально. А че убегаешь? Он тебя догонит. Что с его хп сейчас происходило? Не знаю, у меня почему-то и у него постепенно хп отнимались, но у него быстрее. Так, теперь заканчиваются дуэльки, теперь они не заканчиваются по хп, у кого быстрее, ну, до нуля дойдет. И я заметил, что тот, кто бьет, почему-то теряет больше. Какая-то рандомная хрень, неприкольно на самом деле. У меня хиллер был, я то, что бегал, я правильно сделал. Еще просто тот, кто бьет, у него реально быстрее не почему-то заканчивается. Там и обратка иногда влияет. Ну, сейчас, я так понимаю, нет, скорее всего, но в принципе неприятно, да. Тебя от этого ничего не спасает. Ни веха, ни ульта оракла, ни ульта тролля. Как бы ты просто до одного там до нуля дошел, то ты умер. Ну, в принципе, скиллы. Нужно скиллы получить и понять, что вообще дальше нас ждет.
Потому что, правда, очень не хочется играть через призывателя. Хоть я и взял на призыв. Ладно, ты можешь стрим включить? Да, конечно. Ну, хоть денежку поднимаем потихоньку. Уже радует. На смешку видишь? Да. Блин, варды. Ну не хочу я в призыватели идти. Ну что вы вот это вот пристали ко мне? Ладно, видимо, придется. Хоть их и порезали. Ну, посмотрим. Вот, окей, я согласен играть через призывателя, если мне придет ульта ВД. Вот с ульта ВД, да, хорошо. Призывателя только она и нужна. Да, да. Без нее прям супер грустно. Причем никаких медведей, мне ничего не надо. Ну, там уже и аганим. Ух ты, ё-моё, сколько всего он имеет уже. Так, рейди. Что-то у меня, блин, 70 FPS. Где-то компьютер нагружается сильно. Хотя запись, все как надо. 56. Странно. Вот тебе RTX 3070 с i7. Грусть, печаль, беда. Можно как-то выключить вот эти вот сообщения, которые вот отображаются? Честно, можно, у меня их нету. Ну как, я без понятия. Попробуй, видишь настройки справа от перка. По-моему, там. Не, вот где перк, у тебя мазус. А, все. Не прозрачность, а вот просто линии чуть выше характеристики. Линия чата, галочка там. Да, я думаю, так поинтереснее будет. Угнам. Не уходи. Хорошо. Все равно летит через. Полная камера, автоподтверждение. Наверное, это надо, чтобы перезапустилась кастинг уже. Ну ладно. Так, а вот здесь вот очень странные, кстати, ребята, и одни, и вторые. Давайте сделаем вот так. Блин, у меня для тебя много скиллов есть. Хочешь, могу физ дать под булварк с аганимом? Физ? Или Арктик Бёрн? Я вообще свою ульту искал. Ну, могу тебе вот что-то из этого дать. Интересует? Арктик Бёрн точно нет, а вот физ? Взял физ. Забирай. Я еще не вижу его у тебя. Если у себя не выбрал, ты его не увидишь. Так, а что у тебя забрать? Что можешь себе забрать? По-моему, авторшок сказал, ну да ладно. Авторшок или щиток? Тебе поганимчик какой-нибудь? Сначала был налапнутый. Говорит.
равно предметы. Ладно. О, тут интересно. И одни, и вторые очень сильные. Но верю в левых. Чуть-чуть больше верю в левых. Скорость сумасшедшая у типа. Блин, у него это 8 секунд жизни или сколько там? В зависимости от прокачки. Ну, у него прокачан, наверное. Ну да, он прям очень долго жил. Так, наверное, возьму-ка я шарт. Надо аганим еще взять. Аганим, Октарин, Шард. Так, с одним пообщались. Давай со вторым. Хорошо. Думаю, Октарин возьму, наверное, сейчас пока что. Так, 0-2, 2-1. Ну, там у пацанов вообще ничего нет от слова совсем. Поэтому, думаю, все предельно ясно. 160, 123. Блин, кулдауны эти, конечно, сумасшедшие. Нам бы что-нибудь вот тоже на выживание такое поискать. Серьезно? Это я потратил ульту и нас кидает на дуэль? Прикольно. Ну хотя бы успел откадышиться. Так, надо как-то убить мощного убийцу. Ну, я буду жить. Хорошо. Мощного завалили. Поверили на удивление. Я думал, в них поверят. Да-да, мне вот уже, блин, приснилось уже, что сейчас джекпот 18 миллионов, выигрываем, покупаем все предметы, роляем скиллы, находим все, что нам надо, затаскиваем эту каточку просто в нулину. Вот, и вообще все прекрасно становится. Но я до сих пор, кстати, без нужного мне скилла. Давай, ты его задушишь. Не, ну ты еще не ролил, как я понимаю. Беги, беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы. Бей. Ах ты. Черт. Так, 0-4, 1-3. Ну, я думаю, тут, в принципе, все очевидно и простынь, как говорится. Ну, кстати, с тобой по Networks прям топ-1. Я смотрю, у тебя тоже ставочки нормально заходят. Сколько у тебя плюсом? У меня дуэли 6, составок 1300. Угу, понял. Подожди, сколько составок еще раз у тебя? 1300 у него. 1300? Уже 1600. Чё-то где-то ты подслился. Я одну ставку назад, по-моему, пул поставил. И слил. Когда, да, когда Вивер против кого играл? Я понял. Против Салиса. Вот против этих как раз. Набирайте, пацаны.
как бы дуэли мы выигрываем. Ну что будем делать дальше? Прям вот такой вопросик. Знаешь что? Сделаю я вот так вот немного. Чё-то мне вот прям душа подсказывает, хотя он вряд ли его догонит, но мало ли. Чем, что называется, черт не шутит. Серьезно? Я угадал, прикинь, сейчас бабок сорву. Прикачка. Прям почувствовал. Надо больше ставить. 4 победы, 1 поражение, 4 поражения, 1 победа. Они как будто бы всю игру друг с другом только дерутся. Так, погнали, вагоним. Капец, 2500 за смоки, это, конечно, жестко. Сколько? 2500. Зато их покупаешь не так часто. И в какой-то момент он реально помогает выиграть неплохо так. Ну хз, 2500. Так, у меня, короче, аганим есть. Актерин есть. В принципе. Так, здесь только с руки. Не врубай, щит, не врубай. Только с руки. Он же так бьет. Бьет. Еще двоих одновременно. Так, могу тебе любой из своих предметов. Давайте, наверное, титан сливера дам. Тебе? А мне ничего не надо, продавай. Где ты? О, господи, убежал. Забирай титан сливер. Он сам. Ну, в принципе, можно потихонечку книжки покупать. Ой, там парень ливнул, психанул. Получается. Это я сначала хотел пул залить вроде, а потом подумал, вдруг бот лучше сыграет. Ну, вот так вот, кстати, уже интереснее можно что-то делать. Вот сыграют. Ну, он вряд ли прибьет двоих, надеюсь. Давай, догори. Какой-нибудь нефилим или что-то. Фух. Типикал фит. Это было на грани. Блин, надо пайпуху покупать. Там очень опасный сайленсер. Ну, он, правда, в твою обратку, по идее, убьется. Сгорел. Там вообще бесконечно можно драться. Ну да, я сейчас, получается, кидаю просто макропиру и все. Мне бы найти какую-нибудь ульту Абадона. Ну хотя слышь, а ну мне не палки ж ничего нету, предметов надо подзакупить. Вторая, да, как поставишь на всю арену дуэли, так они охренеют. Mm-hmm. Надо в первую очередь этого мощного поддушить. Даже он ливнул, он сейчас прям просто будет накидывать. Сразу в меня. Я тут постою. У меня Магнус, кстати, вообще не работает. Талантик мой. Я вот тоже, когда беру Магус, у меня он никогда не срабатывает. Не, вот до этого у меня...
особенно когда с мультикастами было, там вообще что-то какое-то сумасшествие происходило постоянно. Влад, о. Это разве в Магусе? Магус это... А, то Аркана. О, я там дурак. Там стапа была Аркана. Тут тебе бить надо, чтобы она работала. Но это да. Направленный только сработает. Я, короче, дурак, протупил. Ладно, не страшно. Затащим и без вот этих вот всяких ваших скиллов. Перков, да, вонючих. Хотя можно было бы что-то пополезнее набрать, не? Теория, если ты найдешь ульту этого, господи, Некрофоса, и будешь просто хотя бы стычь, ну, цурки набивать по чуть-чуть, то там раз на раз не придется, сработает. Ну, такое. Это будет, наверное, лучше, чем твой последний скилл, этот дизраптовский. Либо как он называется. Кинетик. Ну, да, не, Thunderstrike я поменяю. Ну вот, если вместо него, типа, ульта Некрата, да, еще ладно. Ух ты, ёб твою медь. Что эта скотина творит? Я даже ГОСТ не успел нажать. Он, по идее, тебя не пробьет. А, у тебя еще и ульта Абадона. Ульта у Булорок, это вообще имба какая-то. Ульта откатится сейчас. А почему у тебя мана? А, у него ж этот... Ты главное стань к стенке, вот сейчас через 5 секунд он будет тебя бить. Ну, он и так умрет, скорее всего. Но вот когда пойдет таймер, он еще просто будет быстрее умирать. Просто смотри, как он бьет и умирает. Жесть. Так, в смысле, я ж купил. Имеет смысл бороть тайм после того, как время заканчивается нажимать? Нет, оно не работает. Когда ты нажимаешь время... Я сейчас 0 урона получал. Ты получал урон. Ты хилился от его атак, но не от... короче, там убывание хп, ты не хилишься от него. Ну, я же тебе говорю, там... достаточно сильно бьет, чтобы... Ну, если он тебя перехиливает, да, так бороть тайм не работает. Ты даже умрешь под его действием, если у тебя будет меньше хп, в принципе. Они просто ФК выигрывают. А ФК стоя на базе. Ой, Рошаны. Что, поставить что-нибудь на Рошанов? Я думаю, все прекрасно. Не знаю, давно Рошаны какие-то не такие опасные стали. О, дай мне чарм. Тебе что-то взять? А я забыл уже, что все. Уклонение, может? Не, уклонение точно не надо. Ну, тогда давай я его продам. Сопротивление магии, это надо. Ну, да. Ой, слушай, а вот тут интересное прям противостояние такое, но мне кажется... Вивер изи. Да, Вивер прям раскидает сейчас. Ну, я на это надеюсь. Потому что фул на него поставил. Да, 742 пинг у бота. Здорово. Так, мы деремся. Мне так нравятся боты, которые здесь пишут. Угу. Ролят или оправдываются. Так, надо еще тогда ботстоун больше... собрать. Особенно мне понравилась его фраза сегодня была здесь. По-моему, первая же фраза, как она была. Tactical fit. Живи, просто живи. Он в инвизе ходит, скотина. Вот он. Этим дэмэджа, конечно, наносит. Маленький тебе поставим, Влад. 12-300. Считаю, все очень даже справедливо. По ставкам 12-300? Да. Мне 1700. Да ты да. Прям бедолага бедная.
даже не пнул тебя. Прикол. Я не в тех поверил. Кляну поставил. Да, но я там 61 голду поставил. Так что, в принципе, не страшно. 3600. В два раза увеличился ставок. Так, надо ГОСТ сразу прям нажимать, это жесть какая-то. Даже не убил. Перебьет он их, не перебьет, интересно. Там обратка, там БКБ, там АФКшит. Ну давай. Посмотрим. Смотри, сейчас взорвет тебя. Или не взорвет. А что они вдвоем стали? Офигеть. Жесткие типы. Ну давайте. Спасибочки. Я даже не знаю, нужны ли мне вот эти предметы. То есть, типа, вон, сгорают прям. Где урон нанесенный посмотреть? Расчет урона. Так, мы деремся. А что, я сейчас управлял с двумя пустыми скиллами? Наверное, блин, не хватит денег. 63 голды. Дальше как-то сам. Так, расчет урон доступен только поддержавшим. Понял. Больно надо было. Ху-ху-ху. Блин, там вот этот инвиз мерзкий, противный. О, дисперсия для куба. А я не знаю, нужна тебе дисперсия? Можно вместо фиста, я все равно скотки не бью. Нет, фисты тебе, ты что, гонишь? Фисты тебя хилят сумасшедшим образом от буварка. Куб, я тебе расскажу секрет насчет фистов. Это ж как и в доте работает. Если ты купишь шард, по-моему, кинешь open wounds и нажмешь обратку, ты будешь бессмертным. Ну, на интеллект, давай. Сейчас. Предложил. Это прекрасный обмен, да? Да, я прям считаю максимально равноценный. Я вот не знаю, либо змейки поменять. Да, скорее всего, змейки можно поменять. Потому что тут контроль. Ну, прекрасно. Пум-пум-пум. Могу тебе дать Fallen Sky, будешь врываться. Я уже блин купил. Ну возьми себе еще Fallen Sky. Смотри, там два этих. На, подержи пока. А это наши варды?
Так, ну я там накидал всего, что смог. Сейчас помогу. Отлично. Отойди, отходи просто от него. Хотя, ульту, ульту. Он сейчас умрет. Шик блеск. На обратно свой предметик. Так, ну тут вивер прям какой-то вообще сумасшедший стал. Я хз, стоит ли мне ролять какие-то скины? А, ну да, я же хотел поменять змейки. Хотя змейки сейчас неплохо так раздамажили. Хз. Ужас, что это сейчас за урон был? Блин, ну я змейками в основном пользуюсь только на этом, на дуэли. Вот, давайте поменяем. Поменяю ни на что. Можно, кстати, вот так вот сделать. Тоже torture pipe. Что-то медуза делает. Офигеть, денег сейчас потратил. Медуза, короче, теперь не такая уж и простая, да? А у этих выживаний миллиард. Ну, кстати, тоже прикольный скилл. А, у него кулдаун такой сумасшедший. Неприкольный скилл. Сколько у тебя по ставкам сейчас? 10. Что-то мы поменялись, у меня 8. А у меня с того момента расти начало. А вот эти вот палки магические, они не стакаются, да, я так понимаю? Написано, что нет. Вот в загрузочном экране там подсказки есть. Но это про старую палку было так написано. Големы прям разваливаются. Пассивка Некра. А чем она вообще может быть хорошей? Мишени здоровья 2-4%. Ну такое. Так процент бы разве не усиляется? Должен же вроде или нет? Через альт, глянь, они у меня не усиляются процент? Не-не-не. Херня скилл. Лазер. Четырнадцать секунд. Ну, кстати, если бы я с руки бил, лазер прям вообще must have был бы. Мушарт в руки и пошел. Ага. У меня сейчас такие провалки были, что я просто жесть. Блин, надо реально что-то на выживаемость найти. Так, 12-й
13500, отлично. Возвращаем. Наверстываем упущенное, так сказать. Ты вот так вот не пропадай. Внезапно. Смотри, там медуза просто не подпускает никого к себе. А у бота, как обычно, высокий пинг. Ноль у нас винстрик. Надо с ним же и закончить. А че он меня бьет? Потому что меня тоже не пробить. И не убил. Я, короче, в статы, наверное, пойду. Я уже давно в статы был, вообще ничего не хочется. Ну, мне, в принципе, вот так вот, две кнопки нажимать и, собственно, все. Я даже не знаю, мне кажется, можно големов... О, некрономиконы. Призму. Некров на дуэль. Прям вообще нормально. Ну, давайте уже костяные бивни. Вот все прекрасно. Который раз я уже говорил за это, но вот в этой кастомке все прекрасно, кроме этих гребаных лагов. Это ужас. Так, вопросик на самом-то деле интересный. А перебьют ли они их? Давай, Бадон, ты направо, я налево. Если что, перекачка. Ну и чилим дальше. Так, а медузу они убили? Где медуза? А, медузу не убили. Ладно, перекачка. Блин, ну там как бы и вивер сумасшедший, и в то же время там сайлентер неприятный. Такое, палка двух концов. Я немножко налево. Ну тебя тоже на сайлентера решил. Ты не ищу зайта, конечно, меня бегут сразу. Беги просто лбом на них прям. Я проэкспериментировать хотел с погоном вместо блинка. Ладно, в этот раз оставим все как есть. 135 силы. Ну, комбинация у нас прям вот вообще... Вот за это я обожаю дуо, а за все кроме лаги. То, что можно вот действительно вот так вот комбинировать. И сколько там процентов наносит? А неизвестно, да? А также текущее основное здоровье цели на процент скиптер редукшн ПКТ. Ну, если не ошибаюсь, там или 14, или 16. Ну, в дефолте. Быстрее.
Я даже ни крыча не успел вызвать. Мне очень нравится, как ты селишь поляну, я вот блинкаюсь туда и просто постоянно прокает башфер, чтобы они не вышли с поляны твоей. Ну это же вообще шикарно. У них, кстати, глоба был, но они, походу, то ли из-за лагов, то ли еще за чего не успели прожать. Когда они уже вылетать начнут? Там, блин, по два этих, по две курсы у каждого. Четыре курсы. Влад, не забывай, со сколькими мы дефались. Ну, это да. Было такое. Восемь тысяч 600 урона в секунду. Жесть. Слушай, на самом деле, я бы не сказал, что я прям слишком много урона уже вношу. Надо что-то искать. Здесь за 25 тысяч нет? Конечно. Не-а. А что, нас на дуэль все? Не кидает больше? Ох, сколько там всего по ноге. 40 тысяч на дуэлях подняли. Кто? Мы с тобой. Неплохо. А все остальные? А это неизвестно. Нет. Надо как-нибудь через армлет апнутый сыграть, а то предмет добавили, а еще ни разу не видел его использования. Армлет апнутый? А, да, 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 с этими с молниями. Но я пока не до конца понял его. Влад, приятнее стало без бегущих строк играть. Да, но FPS такие же, на базе почему-то 60. Ну, это, наверное, в ком-то проблема, он у кого-то, ну, типа, партик лопнула. Ну, у меня что-то определенно случилось, потому что, ну, блин, система-то нормальная. Вот я сейчас, кстати, гляну по загруженности. Производительность, значит, смотрите, у меня CP 58%, видеокарта 82%, а Азу 60%. Чат, если кто шарит, что произошло, почему так? Почему FPS порезался, или это на этой карте у всех так? Ой, а можно меня, пожалуйста, не вот этот вот не трогать? Успел даже лазер дать. Ничего мне из этого не надо. Сало, сало надо. Долго они живут, аж бесит. Но он уже умер, на самом деле. Тебе просто нужно отойти от него. А, еще? А, баги пошли. Мы проиграли. Как я ненавижу этот перк. А его еще не пофиксили? Ну, был фикшн, но... Да, по большей части был фикшн, что перестал он работать с крипами и криво в дуэлях. Но вот сейчас что-то пошло опять не так, походу. Разработчики, ну чините уже, ну что это такое? Так идеально шли, у нас было, сколько, 15, 16, 17, 0? Уже больше. Ты можешь нажать на дуэли и посмотреть. 17, было бы 18-0. Не, ну по сути это 18-0, просто баги. 18-0, правда.
У меня будет, да, душить? Нормально. Сгорит сейчас. Если у него тоже эта фигня прокнет, то будет жесть. Блин, взяли на моей гизе забрали. Ну что это такое? Причем этот баг уже сколько? Недели две? Минимум. Беспредел. Угу, под лазер, обраточку. Хорош. Конечно, все равно урон получают. Они не попадают, но урон получают. Нет, там еще другой прикол, что когда он радик, ой, обратку нажимает, он радиком больше жжет. Угу. Это же не совсем так работает. Даже если они миссуют, то урон-то получают. Злобного. Я хз. Хоть и нет, куб. Нет, они же урон и наносят. Как ты нет. В куб, если не миссуют, то не работает. Ты не сравнивай обратку с контратакой. Как и обратку возвращает, нанесет, ну, даже типу ровно даже, который наносится, но ему должен нанести, чтобы его вернуть. Все правильно. А если он не наносится, то как бы что его возвращать тогда? Сколько мы уже эту катку играем, интересно? А там сейчас сверху таймер будет. Когда дуэль пойдет. Доставляет предметы. И бой бесплатно. Механический осел 9000. Ой-ой-ой. Слушай, надо муншардик себе купить и лазером буду натыкивать. Я тебе что говорил? Не знаю, големы, мне кажется, уже... Ой, он... А, зато он нашел Дезвард. Он нашел. Это, кстати, проблема для нас. Дезвард очень много урона вносит. Ты шпалену ставишь, они не нажимают ничего. Плюс у меня башер, он там не... живет... сколько? Скотина это. Поставил или не поставил, что-то я ничего не понял. Я поставил, вроде. 5 курсы, 4 курсы, да вы издеваетесь. 45 минут вы играете жестко. Ну давай. О. Ну это, кстати, прикольно. Ой, а тут и гост нужен теперь. Сколько всего. Ну смотри, у него Аркан Блинк. Он, скорее всего, сейчас даст в меня. А у тебя нет? Блин, а я линку продал. Ты под себя поставь поляну и все. Думаешь? Да. Нет. Да, мне нужно что просто. Убить. А я вот здесь вот постою, давай, гори. Ну, главное, чтобы сейчас опять глюка не будет, не было. Если будет глюк, мне реально хоть и захочется ливнуть. Отлично. Еще одна курса. Держите, пацаны. У них первая, кстати. Посмотрим, как они с курсой будут дефаться. Да, они все прекрасно дефаются. А, господи, что, нас опять на дуэль? Сколько можно?
Видел, почем рефрешер тут? Да. Тупо соточка. Это криво работающий перк. На что? У вивера, да, видишь, снизу перк. Под лопатой. Да, за каждый 100 пройденный единиц вы получаете заряд из способности, за каждый стак вы увеличиваете исходящий урон. И что, собственно, это значит? Короче, я не помню, по-моему, это с тем вообще, играл. Но вот как-то он так это странно багует, я вот не пойму, как это работает. Должен работать, типа, сколько ты пройдешь, столько и увеличится домов. А тут он странно как-то работает. Ну, багуетка. Что имею в виду? Принцип работы я понимаю, что это передвижение, но вот как именно баг этот работает, я не понимаю. Так, кто-то вылетел. Уже хорошо. Уже проще. Еще кто-то отлетел? Да, Вивер и... А, все отлетели? Отлетели. Ну что, друзья, вот такая вот сегодня интересная сборочка. Топ-1 зарешали. Вот, серьезно, мы, получается, тупо из-за одного бага, в принципе, сыграли в сухую. Ни одного раза не проиграли. Проиграли только багу. Все. Ну, против бага мы бессильны. Так что вот как-то так. Спасибо за то, что заглянули на этот видосик. Будет еще круто, если вы поддержите лайкусиком. Пишите в комментариях, как вы еще с какими багами встречались в этой кастомке. Вот, ну а мы с вами на сегодня прощаемся. Здесь был, как обычно, Имба. Пока-пока.